Помочь людям, пострадавшим от паводка, смогут жители и гости столицы республики. Завтра в Доме дружбы народов пройдет благотворительный концерт, организованный Министерством по развитию институтов гражданского общества и общественными организациями. Звезды якутской эстрады и сами представители пострадавших районов представят концертную программу. Стоит отметить, что ровно месяц назад точно такой же концерт уже помог жителям Березовки Среднеколымского района. Тогда во время концерта удалось собрать более 900 тысяч рублей. Билеты на нынешний концерт можно приобрести в 611 кабинете по адресу Ленина, 22, в день концерта в кассе Дома дружбы народов. Приглашаем население республики и гостей города Якутска, и жителей города Якутска, коллег, всех общественников принять активное участие в благотворительном концерте, средства от которого пойдут на помощь пострадавшим от паводка в Среднеколымском, Абыйском, Усянском и других улусах.